Это мой Life Journal, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфуддин. Сегодня у нас 2 января 2021 года, суббота. Вот такие вот дела, загружаю. Что-то очень долго загружается у меня, знаете, загружаю сейчас мои видео на мою страницу Фейсбука Татьяна Л, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфуддин на русском, на английском языке. Это у меня в шапке написано на моей странице. Так что вот приготовила себе картошечку, макароны с соевым мясом, с подсолнечным маслом, с виноградным уксусом, вот, с имитированной черной икрой. В общем, кушаю, сейчас вам покажу. Сейчас нужно, наверное, сбросить, не загружается, что-то, наверное, долговато небольшое видео. В общем, как-то вот моя страница. Вот такие вот дела. В общем, кушаю, заснимаю себя на видео. Автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Александрова Татьяна Юрьевна, мое новое имя, отчество, фамилия. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Так что вот, мою книгу. Буду такие, не знаю, там, хочу 8-минутные, так это. Студия позитивного мышления. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Знаете, хочу начать, кстати, 8-минутная, знаете, такой 8 минут позитива. Буду читать мою книгу. Так что вот. Ну и загружать на мои каналы Ютуба. Ох, это какая красотка. Какая просто суперзвезда. Ну, сейчас покушаю. Как-то сюда, может быть, запоставить. Заодно, думаю, и кушаю. Так что вот, как там говорят, книгу, знаете, книгу читает автор. Книгу читает сам автор. Как там они говорят там? Так что вот. Вы человек особенный и уникальный. Вы рождены, чтобы стать богатым и процветающим. Глава первая. Мы сами творим свою судьбу. Я рождена стать богатой. Когда все вокруг говорят, это невозможно сделать, человек с дисциплинированным сознанием отвечает, да, это уже сделано. Джозеф Мерфи, это цитата из Джозефа Мерфи. Вот такие вот дела. Может быть, губы так еще поярче накрасить губы. Открою оливочки. Оливочки. Достать нужно оливочки. Посуду мне нужно мыть, посуда у меня грязная, посуду нужно мыть. Видите, ножичком достаю оливочки. Оливочки. Покупала в магазинчике Семишаков. Вот такие вот дела. Вот, у меня такие вкусные оливки, без косточек. Вот еще я немножко добавить, знаете, этого рассола с оливочек. Шикарно. Почему одни люди богатые и процветают, а другие нет? Наверное, те, кто процветает, знают что-то, что неведомо остальным. А может быть и ведомо.
но они не применяют это в своей жизни. Вообще, я подумала, что нужно, знаете, как-то вот это с выражением, в общем, нужно, вы понимаете, да? Этот вот макияж, в общем, я еще душ не принимала, в общем, так это, в общем, это, ну, может, надо какую-то прическу, в общем, знаете, вот это вот макияж, в общем, как-то это красиво свет выставить, в общем, как, знаете, с таким с выражением прочитать. Ну, и потом думаю, знаете, книжку я написала, опубликовала в 2007 году, а сейчас у нас уже 2021 год, 18 часов и 48 минут. Так что вот. Оказывается, за богатством и процветанием стоят секреты, определенная психология и менталитет, духовные истины, законы и тайны. Деньги, богатство и процветание имеют свою психологию. А самое интересное и захватывающее заключается в том, что мы можем выбирать то, что захотим, друзья мои. Можем выбрать страдания, а можем изобилие, процветание и счастье. Кстати, вот эта мысль, которая деньги, богатство имеют свою психологию, это цитата. Цитата одного из, в общем, там этих богатых людей. Это я вычитала это в книге. Так что вот, это страница 9 была. Страница 9 моей книги. Переворачиваем. Переворачиваем. Так, нужно все-таки что-то подставить, чтобы как-то красивенько. Ну, сейчас подставлю вот это что-нибудь такое. А человек спрашивает: Господи, скажи, если ты всемогущ, почему в мире так много несчастья, войн, бедности, нужды и ненависти? И Всевышний ему отвечает: если вам все это не нравится, почему вы тогда воюете, убиваете, ненавидите и лжете, думаете о нужде и бедности, тем самым привлекая это в свою жизнь? Каждый человек рождается уникальным. Я даровал всем свободу выбора. Каждый волен выбирать то, что захочет. Так оно и есть. Как я вам сказала, 8 минут позитива. Сейчас это 8-я минута идет. Сейчас 7 минут 42 секунды, 43, 48. Василий Валерьянович сегодня спросила, почему он мое имя написал Татьяна. Вот. А, 8.